Итак, всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. Сегодня у нас 18 число, и у нас вышла вторая зимняя сокровищница. Давайте, у меня есть тут три штучки их. Давайте посмотрим сеты, какие тут. Так, на сайленсера. Ну, так себе сет. Есть получше. Вот так, это гуля у нас. Чё-то не очень. Чё-то на него понавешали всего. Чё-то не очень. Так. Ой, на Питлорда. Ну, на Питлорда это первый сет такой вышел, так что я не против его получить. Хотя его тоже тут обвешали. Ну, так, нормально. Так, Лина. Ну, это просто взяли текстуру Феникса и это. Лину петлями обклеили. Ну, не знаю, так, стринчок. Лол, у Банши ноги теперь. Не знаю, что-то как-то не очень сеты. О, на бороду. Ну, не знаю, что-то сеты какие-то не очень. А, ну, тут черепа еще в стрелах. Ну, это где-то 60. Ну, тут... Лол, летучая мышь прикольная. Ну, это где-то 7 из 10. Ну, не очень. Ой. Котёнок у нас Каймага стал похож. То есть, такие же цвета. Прикольно. Так, снайпер, это уже очень редкая. Ну, не знаю. Но в целом прикольно. Такого дизраптор. Ну, не знаю, для крайне редкого, мне кажется, он что-то не очень. Он просто тут везде светится. Не знаю. Яйцо еще. Извиняюсь, я приболел. Я вырезал тут, когда кашлял. Так, ну, так себе на самом деле. Первый сундук был лучше. Так что, давайте начнем открывать тогда. Хочу Питлорда. Давай. Блин. Так, кого? Давай хотя бы Лину тогда. Снайпер. Нет, только не сало. Блин. Ну, мне это, кстати, не нужен. Я его, может, продам, не знаю. Так, давайте еще тогда. Хочу Питлорда. Пожалуйста, Питлорда. Да блин. Ей, ты что надо мной издеваешься? Так, ну что, Лину давай тогда. Давай Лину. О, ништяк. Хотя бы Лина. Так, давай Питлорда. Ей, у тебя есть еще один шанс отдать мне Питлорда. Давай. Давай. Пожалуйста. Блин, кот он. Обидненько. В целом. Ну, только сайленсер мне не нужен. А так, ну, это пусть будет. Так, у меня еще есть три первых. Давайте их дооткрываем. Я уже знаю, что мне выпадет Эмбер, Тролль и БХ вроде. Потому что все остальные у меня уже есть. Так. Ну, это сейчас исчезнет. Лич тоже исчезнет. Эмбер. Ну да. Сейчас мне выпадет еще Тролль и БХ. Может, еще это кто-нибудь выпадет из этих? Ну, давай. Блин, чуть-чуть не докрутился. Ну, и кто же тут выпадет? Ту-ту-ту-ту-ту. Кто бы сомневался. Так, а в компендиуме ничего не дали новое? А, ну, эффект Фарстафа. Ну, это так себе. Так. Ну что ж, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.